Всем привет! Сегодня у нас, не знаю, какой августа, пришли выкопать картошку на суп. На суп нам надо суп варить и картошку варить. В общем, у нас нет картошки, пришли покопать. Хороший. Ботвы у нас совсем нет. Хороший? Угу. Мелочь? Ну, мелочь, но много очень. Много? Это... Ботвы нет. Прежде чем копать картошку, мы немножко, вот несколько рядочков пропололи. Ну, вон, хорошая картошка, да, хороший попался куст. Ну, конечно, вся разная. Вся картошка разная. Сколько штук не посчитал? О, а как посчитать-то? Ее много. Ну, так а что, много не считается? Ну, понятно. Короче, куст пол ведра. Все понятно. Ну, в принципе, нам на суп и на варенье, на варежку на один раз хватит. Давай, выбирай ее до конца. Ну, вот так. Ботвы уже нет. Вся высохла. Сегодня у нас, конечно, погодка суперская. Жаркая. Обещают последний день жары. Московская область. Рязанского направления. Картошка растет у нас на поле. По краешку у нас вот тут цветочки. Рядочек. Массово картошку мы еще не копали. Ну что, один еще кустик копнешь? Да, сейчас. А, вон там еще. Здесь. Ага. Штук 30. Ну, маленьких. Ну нет, вон и крупные есть, мелкая, разная. Разная, хорошая. Вот это что тебе маленькая? Нет, ну, какая хорошая, хорошая картошечка, да. Неплохая. 30. Я даже копала 40, мне попадалось на кусту. Ну, конечно, разная. Если картошка покрупнее, то на кусту помельче. Да уж ты весь огород перепахал. Ну ладно. Или любимые картошечки. Ну понятно. Ботва вообще вся высохла. Вот тут еще. Вот я это не добирался. Ну здесь она с краешку, здесь, наверное, плохая. Здесь вот канава у нас. И в траве. Еще и мышки. А потом кто? Эти медведки. Медведки все подряд едят картошечку, нам помогают. Вон, пожалуйста, дырку выели. Ага. Да, наверное, мыши. Мыши. Ну, сейчас сегодня вот жаркий день, а завтра уже будем копать ее, наверное. А, нет, завтра нет. Завтра у нас день рождения. У младшей дочки юбилей. 35 лет. О, хорошая, да. Хорошая. Ну, неплохая картошка. Неплохая. Такое лето было плохое, ботву всю съела фитофтором, ее ничем ни разу не обрабатывали, не подкармливали, ничего не делали, посадили. И то нам писали, что неправильно мы сажаем, покидали в лунки. Нет, она вот здесь, вот здесь где-то. И земля прям грязная, потому что дожди шли. А, подожди, вот это, наверное, гнилая. Да. Вон та. Да, 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 есть. Я не буду туда идти. Не кидай вон ее в эту. Ага. Вон, о, еще есть. Вот еще. Так что вот, здесь низина, прям вот стекает вода, видно. И очень сыро. И попалась одна гнилая. Ну, фитофторная. Трех кустов, ну это да. Мелочь, но приятно. Нет, нет, неплохая картошка такая. Неплохая. Трех кустов-то. Да, я думала, будет хуже. Потому что, посмотрите, как мы ее будем искать. Ботвы нет, одна трава. Трава моментально прям выросла. Вот мы, правда, ее один раз пололи и один раз окучивали. И больше ничем не обрабатывали, не подкармливали. Посадили, покидали в землю. И все. Сейчас, после того, как картошку уберем, спрашивают, чем будете обрабатывать землю. Посеем сидораты и все. Привезли с Тамбова овес, и мы покупали на Валберес горчицу, заказывали. Вот, посеем в перемешку. Вики у нас нет, обычно сеется Вика овсяная смесь, этого у нас нет, у нас вот так есть горчица и овес. Посадим, посеем, и все. Если вырастет сильно большой, если тепло будет, осень теплая, то мы его просто скосим и оставим зелень всю на грядках, прямо здесь на поле. А если плохо взойдет или что-то,
получается. В общем, видно будет по ходу дела. Вот некоторые, вот видно эти, вот так даже все сгорели прям. А одни, другие эти, как их, ботву, картофельную ботву вообще не видно. Вот так. Вон здесь картошка позеленела, торчит из земли. Вот и все. Вот и все. А вот тут листья обрезала. Помидор у меня вырос самосевом. Смотрите, тоже все листья испортились. Я листья обрезала, а он так и сидит. Ничего, нормальный. Не знаю, что будет дальше. Сейчас пока нормально растет помидорка. В клубнике выросла самосевом. Ай, вот и все. Вот тыковки желтенькие. Мы ее не очень любим. Но так вот посадил для развлекухи. Взять полит. Да ладно, не пали. Пойдем, потом будем копать, разберемся, что делать. А здесь у меня были семена цинии. Я думаю, что они лежат. Взяла, посеяла вот в ящик. И они, смотрите, как красиво цветут. Снова возьму на семена. Ну, какие красавцы. Что-то здесь кто-то уже... кто-то оторвал. Смотрите. Тоже взяли на семена у меня красивый цветок. Да так выдрали, прям вон мотается. Вот интересное дело. Кто-то, наверное, в лес за грибами ходил. Шел мимо. Вот лес у нас рядом. Шел мимо и... Да, и цветок вот здесь вот на макушке оторван. Да, кто-то взял на семена, самый красивый, наверное. Ну ладно, бог с ними, пусть. Так, еще у меня спрашивали, куда мы деваем ботву от помидор. Мы все сжигаем. Никуда, ни за какой забор. Вы за забор выкидываете, наверное, спрашивали. Нет. У нас вот здесь на поле стоит бочка. Вот мы только что все сожгли. И снова сюда, значит, ботву от помидор и ботву от картошки. Мы это все сжигаем. Остальное все мы в компостную кучу носим. У меня две компостные кучи. На одной растут вот кабачки. Вот, разрослись, из кучи вылезли. На траве живут. Вот так растут. Надо оторвать кабачок, отдать кому-нибудь. Вот они, кабачки, мячики. Вот так. Это они уже вылезли из кучи. А здесь рядом компостная куча. Мы сюда вот клубнику обрезали, капусту. Вон, посмотрите, эту кукурузу, очистки, яблоки. В общем, сюда мы все такое выбрасываем. А ботву всю сжигаем. Никуда мы ее не выбрасываем. Ботву сжигаем. Мы здесь все поле окашиваем. Ходим, гуляем. Что-то у нас тут растет. Петя, а ты не смотрел? Ежевик-то есть там? Есть? Вот. Так что все сжигаем. Ботву картофельную и помидорную сжигаем. Ну, а потом золу туда сыпем на картофельное это поле. Ну, там у нас не поле, мало, ну, неважно. В общем, короче, вот туда сыпем, где растет картошка. А здесь вот у меня прямо около поля растет тыква. Вот как бы тоже не взяли на семена. Вот она. Тыква мускатная. Не знаю. Видно вам, не видно. Вот она какая. Что-то плохо она завязалась. Долго думала. Не понял. Смотри-ка. То ли она лопнула, то ли ее это погрызли или поклевали. Непонятно. Ну ладно. Тут еще у меня хрен растет. Вот такой.
Не знаю, не вижу, где еще тыквы. Что-то много было. Сейчас не вижу. Ну ладно, посмотрим потом. Нам она не очень нужна, это я так. Кому-то отдам. Для красоты. Все равно места на поле много. Пусть растет, расплывается. Она цветет. Вон пчелки ее опыляют. Посмотрим, что будет, то и будет. Бабочки летают. Черноплодка прям вот черная висит, вся красивая какая. Крупная. Дожди были. Она налилась. Смотрите, какая крупная. Ух ты. Класс. В общем, у нас тут вот такие подмосковные просторы. Сегодня хорошо тепло. Небо голубое. Немножко облака есть. Но все равно красота. Все, друзья. Всем пока. Когда будем массово копать картошку, я вам покажу. А сейчас пока так, мы только несколько кустиков. Подготовку. Подготовку, да, это ты подготовку делаешь, пропалываешь. Немножко раздергивает траву, чтобы было ботву видно, а то вообще не видно, что копать. Все. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.